Ира, Филипп, ребята, это я уже видео со своей работы вам шлю. Вон пошел пронаблюдать своих питомцев. Как они тут без меня были. Растут, толстеют, увеличиваются. Все хорошо, кормят их хорошо. Вон они кипят у нас. Термы. Вот здесь бы не хотелось искупаться. Так что термоплощадка работает. Геологи замеры делают. Все в таком духе. Так что вот, Филипп, это моя работа геологическая. Хожу, смотрю, наблюдаю, делаю выводы. Ну, такой своего рода натурализм. То есть геолог всегда натуралист. То есть мы всегда ходим, смотрим, видим что-то. Или на что-то указывающее, или что-то странное. Обращаем внимание, делаем выводы. В общем, вот тут термоплощадка. Вот такие дела, ребята.